Меня зовут Ценков Сергей Олександрович, я являюсь депутатом Мирещанской міської ради. Розкажіть, будь ласка, хто планує тут добувати газ і чому це небезпечно для населеного пункту поряд? Тут буде газове добування, газова компанія, ну, в принципі, представителі газової компанії ми ще не знаємо. Вони дали свої, як би, розрішення, ну, і дали свої... на данный момент какую-то документацию. Ни технической документации, никакой другой документации мы не видели. Сейчас идет о принятии каких-то сервитутов. Не зная, какие сервитуты, потому что это не обсуждалось и не говорили какие-то сервитуты. На данный момент здесь будет проходить газовое добывание. И, как они нам рассказывают, будет проходить здесь газопровод. Газопровод пойдет у нас от места добывания, пройдет по данной территории, пройдет через озера, пройдет через населенный пункт Верхняя Заряна, поднимется дальше вверх до вышки, опустится вниз на Утковку опускается вниз и идет дальше на ГРП. ГРП, которая находится у нас, прилегающая территория ГРП, находится, скорее всего, на Утковке, ближайшая ГРП, и там уже будет ввод. Вот проходит территория. Ну, на данный момент вы прекрасно понимаете, что пройдя вот эту территорию, сейчас мы уничтожим все практически водные ресурсы здесь. Мы уничтожим на данный момент те, как нам сказали, высохшие озера. Но озера не высохшие, потому что там еще до сих пор бьют родники. И если мы сейчас поставим на данный момент гидропомповые сооружения, которые уберут ил, у нас также появится еще одно зеркало водных ресурсов. Тем самым мы для громады можем сделать этот самый, ну так сказать, озеро, где будут люди приезжать и отдыхать, ну и естественно этот самый получать оздоровление для себя. Потому что вода здесь, так как говорили старожилы, она очень хорошая, и действительно в некотором свойстве она даже полезна. Скажите, пожалуйста, какая позиция громады вот относительно этой ситуации по добыче газа? Какие действия планируются? Позиция громады вообще разделилась. Она на данный момент половина за, половина против. И мы не знаем как, и не знает, кто куда прильнет. Это откровенный и чистый разговор. Вот и все. Данную позицию будем рассматривать. Это сессия, которая будет проходить у нас в пятницу. В пятницу в 10:00. Там, ну, естественно, мы запросим и вас туда. Хорошо, спасибо вам огромное. Да, всего доброго, до свидания. До свидания.